Сегодня мы посетим старинную московскую усадьбу, в которой жил и работал русский писатель Лев Николаевич Толстой со своей семьей. Он жил здесь девятнадцать зим до весны тысяча девятьсот первого года, каждое лето, проводя в Ясной Поляне. Из тринадцати детей в супругах Толстых десять жили в Москве. Им нужно было получать образование. Писателя привлекала возможность жить в большом и шумном городе, словно в загородной усадьбе, в деревянном доме, окруженном большим садом. Здесь даже сохранилась собачья будка, сохранились двери и часть почтового ящика. Дверь надежно закрывалась изнутри. В столовой семья собиралась в шесть часов вечера. На большом столе стоит бело-синий сервиз с двумя супницами. Для вегетарианца Толстого варили специальный суп. На стене портрет дочери Марии, который написала ее старшая сестра Татьяна. У стены замечательный буфет. Это так называемая угловая комната, Здесь отдыхали после обеда. Общались, слушали музыку, играли в бильярд. Одно время здесь проживал старший сын с женой. Спальня Толстых разделена ширмой на две части. Здесь на диванчике с креслами Софья Андреевна принимала близких гостей. За ширмой кровати супругов кровать Льва Николаевича покрыта одеялом, связанным и вышитым его женой. Комнаты расположены по амфиладному принципу. Возле двери на секретаре Софья Андреевна переписывала начисто рукописи. И здесь же столик для рукоделия. В комнате, расположенной рядом с родительской спальней, жили младшие дети толстых. Вот детская кроватка, кровать няни и ее вещи. Надо отметить, что современный обогреватель портит всю картину. В комнате сохранились вещи и игрушки последнего ребенка читы толстых Ванечки. Лошадка-каталка, кукла-мальчик, деревянный плетеный сундук, высокий детский стульчик для кормления. Между детской и родительской комнатами сохранились крючки, за которые подвешивалась качелька. В классной комнате дети делали уроки. Сидя в кресле качалки, Софья Андреевна наблюдала за ними. Это девичья комната для прислуги. Это комната старшей дочери Татьяны. Она училась в московском училище живописеваяния и зодчества. На скатерти оставлены автографы знаменитых гостей дома. Их писали мелом, а Татьяна потом их вышивала. Комната яркая и красочная. На стенах висят картины Репина, Касаткина, Пастернака и работы самой Татьяны. Она была талантливой художницей. На скатерти около семидесяти автографов. Это буфетная. Сюда приносили из кухни еду, которую подавали в столовую. Напротив буфетной встроенные глубокие шкафы для посуды. Это комната старших сыновей. Обратите внимание, что во всех комнатах стоят умывальники. В доме не было водопровода. Поднимаемся на второй этаж. Здесь очень высокие потолки. Во всем доме много кладовочек, скрытых мест хранения. Семья была большая и требовалось много вещей и запасов. Здесь Татьяна занималась живописью. Бюст служил ей моделью. В этом зале отмечали семейные праздники, принимали гостей, устраивали литературные и музыкальные вечера. За маленьким овальным столом красного дерева Толстой читал семье и друзьям свои рукописи. Лев Николаевич любил играть в шахматы и очень расстраивался, когда проигрывал. В этом зале пел Шаляпин, звучала музыка Рахманинова, Римского Корсакова и Скрябина. Эта фотография сделана здесь во время празднования Пасхи. В гостиной Софья Андреевна устраивала светские приемы. Здесь она также и работала. Лев Николаевич не любил эту комнату и называл ее «скучная гостиная». Он считал, что здесь слишком вычурно. Я думаю, в чем-то он был прав. Согласитесь, очень уж здесь пестро. Это комната Маши. Здесь все самое необходимое. Она не любила светскую жизнь. Простой и скромный характер средней дочери Толстых отражен в аскетичном оформлении ее комнаты с узенькой кроваткой. А это комната экономки и портнихи. Всего у Толстых работало около десяти человек. На столе вы видите швейную машинку. Это комната камердинера. Здесь тоже только все самое необходимое. Сейчас мы можем только заглянуть в комнату, которая раньше была спальней Толстых, еще до рождения их последнего ребенка Ванечки. Мы дошли до кабинета, за столом с причудливым бортиком создавались произведения, известные всему миру. На диване Толстой отдыхал и принимал гостей. На столе лежат две ручки, деревянная пресс-папье, линейка, хрустальная чернильница и бронзовые подсвечники – Ножки стула близоруки Толстой подпилил, чтобы быть ближе к рукописи. Окна кабинета выходят в сад. Сюда не доносилась домашняя суета и крики детей. Рядом с кабинетом рабочая комната. Писатель здесь умывался по утрам, занимался своим хобби, сапожным ремеслом, которому обучился в Москве. Здесь же стоит велосипед Толстого, на котором он начал кататься в возрасте 67 лет. За рабочей комнатой посудная. Здесь хранится посуда и другая утварь. А это черная лестница, по которой Толстой поднимался в свой кабинет. Кстати, под окном встроенный холодильный шкаф. На площадке черной лестницы отгорожена кладовка, где держались соленья, маринады, варенья. Это так называемая маринадная. Во всем доме очень продумана система хранения. Здесь много встроенных шкафов толстой с утра сам пилил и колол дрова сам возил в дом воду из колодца на санях или тележке особого внимания заслуживает и сад толстых софья андреевна и дети сами трудились в саду зимой здесь катались с горок в темное время суток здесь было использовано освещение. Электричество появилось здесь уже, когда дом стал музеем. На этой фотографии Толстой покидает дом в Хамовниках, чтобы прожить остаток жизни в Ясной Поляне.